вчера на заседании правительства было принято постановление, которое подготовлено нами в рамках выполнения поручения губернатора Красноярского края Александра Викторовича Уса по единовременной выплате граждан, которые призваны по мобилизации. В постановлении правительства оговорено, что выплачиваться будут за счет уменьшения средств по определенному направлению расходов бюджета. Это обычный бюджетный процесс, когда средства действительно были заложены в связи с тем, что закон пока что не вступил в силу, они просто остались свободными и направлены на другие меры поддержки.